О боже, мы наконец-то пролетели! Поехали! Слушай, а сколько нам осталось до твоего дома? Еще немного осталось. Понятно. Слушай, остановись тут, пожалуйста. Хорошо. А зачем тебе? Мне нужно в туалет. Окей. Я тебя жду. Все, можем ехать дальше. Слушай, а мы уже приехали? Да, мы уже приехали, это мой дом. Ого, круто! Все, можем выходить из машины. Ну что ж, пошли в мой дом? Пошли. Заходи. Также я тебе покажу свою комнату. Смотри, в этой комнате я сплю. Иногда сижу на диване, отдыхаю. А иногда смотрю телевизор. А это комната моего младшего брата Димы. Если что, не обращай внимания на компьютер, это мой компьютер. Я на этом компьютере делаю видео и работаю. Вау, круто! Ладно, пошли чай пить. А, кстати, я у тебя хотел спросить. Ха? Как тебя зовут? Меня зовут Ютубер. О, это хорошее имя. А меня зовут Арин. Арин, это очень хорошее имя. Ну что, ютубер, пошли чай пить? Пошли, Арин. Что тебе дать на чай? А у тебя что есть? У меня много чего есть. А можешь перечислить что-нибудь? У меня есть круассан с шоколадной начинкой. О, давай, я это как раз люблю. Он должен быть в моей комнате, сейчас посмотрю. Я нашел круассан с шоколадной начинкой. А где чай? Сейчас сделаем чай. А ты с чем будешь чай пить? С тако. Хорошо. Я уже попил свой чай. Я тоже. Я тако съел, а круассан? Да, я съел круассан. А, кстати, хочешь, тебе кое-что еще покажу? Давай. А это чей дом? Это дом моего старого друга Кирилла, но, к сожалению, он погиб. Теперь этот дом заброшенный. Понятно. Я тебе покажу, что там. Хорошо. Это его ванная комната.
Понятно. А в этой комнате он спит. Понятно. Раньше он смотрел тут телевизор. Это кухня его. У него был самый последний ужин в жизни. Перед смертью. А также у меня есть последняя фотография с ним. Я тебе ее в WhatsApp пришлю. Окей. А кстати, давай найду твой контакт. Окей. Все, я нашел. Теперь будем переписываться. Да. Я хочу тебе еще кое-что показать. А это что? Это загон, где раньше жила свинка. Но, к сожалению, свинка Кирилла погибла, потому что она сбежала, и ее кто-то убил. Возможно, какой-то хищник. Понятно. А это сено, я ему помогал работать. Понятно. Ну и последнее, что я тебе покажу, это мишень. Она мне нужна для тренировок. Вот сейчас тебе покажу. Так, смотри, отойди, пожалуйста. Окей. А то я могу тебя случайно застрелить. Я это каждый день делаю. Я использую манекена и дробовик. Дробовик я взял своего деда. Вот сейчас тебе покажу, как это выглядит. Я делаю 3 выстрела. И проверяю, что с ним. Посмотрим. Угу, у него клюв ранен и нога. А что сзади? Сзади все нормально. Пока. Слушай, ютубер, мне уже пора ехать домой. Хорошо, Арен, пока. Пока, я к тебе еще в гости приеду. А кстати, если что, я пойду домой на такси. Хорошо. Давай, пока. Вот эта история у нас была. А, точно, я же хотел полететь в Беларусь, но я попал в авиакатастрофу. Но ничего страшного, я соберу вещи и еще раз полечу. А, кстати, сколько время? Офигеть, уже 18:30, скоро родители приедут домой. Надо уже идти домой их ждать. Интересно, с чем же мне приготовить пирожок? История ютубера и Арина закончилась. Спасибо за то, что посмотрели все серии такого короткого сериала. Но это еще не конец.